И снова здравствуйте, всем привет. Итак, вот по прошлому ролику вот такой вот огонь получился. Он мне очень нравится, это мультяшное так выглядит. Если еще найти, значит, гифку или видеоролик, потом смонтировать и закинуть сюда, допустим, дыма или каких-нибудь там еще там отлетающих каких-то штукенций, будет смотреться вообще бомбовски. Но нужно это дело, конечно, вот чуть-чуть подкорректировать, где-то тут все позаполнить. Но если бокового ракурса не будет, то, в принципе, вот так фас смотрится нормально. Так, давайте рассмотрим теперь еще один вариант, значит, как сделать огонь. Так, смотрим, ничего ли не осталось. Камеру можно включить, свет поотключать пока. Добавляем Add, добавляем Mesh, добавляем Icosferu. Так, теперь можно подразделять, можно нет. В принципе, не принципиально. SG подставляем к нашему персонажу, к его, значит, голове. Можно сделать S прям еще поменьше, G, и подставить вот так вот в бошку. Добавляем быстрый эффект, это Quick Effect Smoke. Так, получается у нас вот такая штукенция, которую мы сейчас подкорректируем. Так. Ну, можно нажать, допустим, даже S, где-то чуть побольше вытянуть. Ну, большое пламя нам не надо. Пламя мы сможем регулировать настройками. Так, семерка на нампаде, можно тут, значит, это дело все перекрутить в сторону нашего персонажа. Следом, какая получается вещь. Значит, так, это физика, здесь, значит, у нас домен, а вот эта икосфера, это у нас флоу. Здесь можем поставить дым, fire и дым, значит, еще просто fire. Давайте поставим fire и дым, потом, может, fire попробуем. Так, здесь у нас дальше есть вот эти вот, так, где они тут, сначала найдем кэш, где он тут, находим кэш, это значит у нас запекание, но его тут нету кнопки, будете искать, паниковать, нажимаем Unicache, а здесь нажимаем All, и вот появляется у нас Back All, это значит наша вот эта кнопка. Так, находим настройки. Это вот using scene. И здесь у нас вот настройки, значит, скорости должны быть. Так, так, так. Не тут. Коллекция. Кэш. Фрит. Нет. Так, так, так. 120 ставим. Давайте 100 кадров пока хватит. Это вот здесь вот на рабочем столе, и в смысле в таймлайне, значит, ставим тоже 100 кадров для запекания. Пробуем запечь, значит, на первый кадр и ставим bake. Все это дело сейчас прогонится и, возможно, даже не загорится, потому что нужно сделать другую штуку. Вот. Так, а ну-ка переключимся. Нет, все заработало. Так, я не удалил еще один план. И, значит, G. Подправляем наш план. Вот такой огонь идет у нашего персонажа. Но огонь сильно большеватый. Нужно его немножко уменьшить. Так, где он тут уменьшается? Так, если мы выберем икосферу. Так, density. Density и так далее. Здесь 9. Выбираем наш вот этот симулятор. Вот он здесь метров в секунду. Scale. Так, так, так. Вот эти, по-моему, настройки Height 1cc. Сейчас будем искать Free All. Отменяем, значит, все это действие. Я сейчас нажму на преференции, нажму на перевод на русский язык, потому что английского я не знаю.
И здесь вот искать мне так вот идет плотность выталкивания огня, нагрев, завихренность, вот, завихрение сильнее, больше. Растворение можно поставить, шумы направляющие. Так, пробуем. Значит, ставим поменьше вот эту шнягу. Будет плотность огня поменьше. Так, давайте еще, чтобы понятно было, я прям побольше опущу, что эти кнопки, значит, работают. А это нагрев. Ну, нагрев пусть... Так, тут еще поменьше. Нагрев пусть будет побольше. И завихрение, значит. 100 пока поставим. Растворение поставим. И опять все это дело запекем. Смотрим, что у нас получилось. Вы видите, что вверху у нас уже растворяется. Не упирается в нашу, значит, верхний полигон. Так, и скорость. Видите, скорость еще большеватая. И тут у меня еще летает один план. Вот он. Я его тоже не заметил, не удалил. Опять, теперь, чтобы нам что-то подправить, неудобная, конечно, штука, нужно освободить, отменить, значит, вот это запекание. Заходим, значит, уменьшаем пламя прям еще побольше. Силу его, так. Потому что он должен, как бы, волос, он тихо разговаривает, и вот этот огонь должен быть спокойнее. Так, теперь завихренность пускай. Ну и пробуем опять запекать на первый кадр. Байкал, прогоняем, ждем. Вот уже более-менее поспокойней. Ну, можно еще уменьшить. Поставим где-то 400, наверное. 0, ну, 37 пойдет. Завихренность, нагрев можно тоже успокоить где-то до 70. Давайте 0,77. На первый кадр ставим. И опять бейк. Ну, конечно, анимацию лучше подольше делать, чтобы пламя было хорошо видно. Во. Ну, уже спокойнее, более-менее нормально. Это дело пока оставляем. Так, уменьшим до какого-то размера. Сделаем, значит, выбираем нашу икосферу. И вот это вместе давайте уменьшим. Так, это значит G. Подставим к голове. Я хочу, чтобы чуть-чуть у него чайник подгорал, да? И вот получается, здесь он как бы спокойнее разговаривает, но меня не устраивает вот эта штука. Я хочу ее немножко растянуть, чтобы у него и за ушами это дело было. Ставим на первый кадр, смотрим, что да как. Теперь выберем нашу икосферу, привяжем. Так, давайте вот на этом кадре привяжем икосферу через режим позы, значит, косточки головы, Ctrl-P, это значит кость. Так, все, теперь мне эта настройка не нужна, я опять переключусь на английский. Так, английский English. Так, это дело привязано. Заходим, теперь выбираем бокс, выбираем через Shift кости. Выбираем Pose Mode и опять же вяжем Ctrl-P, бон в голове. Все, теперь наш вот этот бокс и эта штука будет ходить, значит, с персонажем. Так. И вот тут это, значит, высота, интенсивность пламени меня, в принципе, устраивает. Но... Так, значит, вот эту штуку чуть-чуть я заведу нашего персонажа. Так, а вот этим боксом я немножко поиграю, значит, вот здесь вот. Это значит в
перекрутку, оттаскивание. Так, и возможно еще, значит, растянуть его. Чтобы за ушами, повторюсь, чтобы я хочу, чтобы горел за ушами огонь, но не сильно переходил на лицо. Вот сейчас уже горит большая часть головы. Мне это не интересно. Я его чуть-чуть увожу. Чуть-чуть подгадываю. Так, G английское. Еще немножко за уши. Ну вот, вы видите, что он достает. Но немножко маловато достает до этого дела. Во, вот теперь где-то на середине чайника. Так, смотрим. Включаем видимость текстур. Почему видимость текстур? Что сейчас я вам покажу. Вот есть пламя, все работает, все он так красиво все это говорит. Но если я переключусь на другой вид, видите, вот, то получится, что у нас ентового огня нет, только вот там где-то дымок. И если сейчас, допустим, 0 на нампаде, так, включим камеру, переключимся на камеру, сделаем Shift F, сочетание клавиш, переключимся на нашего перса и попробуем все это дело отрендерить, рендер image, посмотрим, что получится. Видите, огня нет. Тут нужно еще правильно этот огонь, значит, отрендерить, делать настройки там, но это уже другая тема, как этот огонь рендерится. Здесь вот его изумительно видно. Вот такая штука. Ну, здесь уже более, да, так наворочено. Ну, но мне больше как-то нравится первый вариант. Я именно вырос на Disney и на всем рисованном. Так что как-то вот, ну, это да, тоже красиво. Ну, уже возможно выбиться из окружения и мультипликации. Тогда AI должен быть уже... Там и кожа, живой прям, ну, шиздец. Он, ну, под этот же огонь он должен соответствовать, да, качеством вот этих текстур, там вот этих всех проработок. Чуть ли не настоящий должен быть. Это уже другой будет внешний вид. И, значит, построение мультфильма будет, если делать, допустим, да. Ну, вот такая информация. Словом, всем пока, до свидания. И вот это как рендерить, я потом еще... помониторю, значит, информацию и попробуем это дело рассмотреть. Файл сейчас сохраню. Файл Save As. Так, AID анимация и огонь симуляция. Сохраняем. Все, всем пока.